хорошо, что у них вулкана еще не было с Аликом. А вот другие умные возьмут вулкан Алик, и все, и канат твоей машинки. Такая... И самым быстрым был только вопрос. Я тебе говорю, что хорошо и не было, что. Тут нет его. А сейчас другой. Не, ну могли, конечно, сейчас выиграть, но это. Саша виноват, Саша что-то остановился, ты стал ворот. Кто я? Конечно, я на первом месте. О, это классно. Второй. Граната. Вообще. Тут один должен посмотреть. Да нет, тут один должен. Вот, давайте, берите снапы, я пока не знаю. Иди, давай, начинай. Офигеть, кто у меня в спину? Мне в спину зашли. Не скрупи. Сейчас идет на точку. На точку идти, вот на точку почти. Блин, даже не спрятаться подъехал. Можете ответить? А, у меня здесь далеко еще. О, все, я вижу. Может, я сейчас тебе приду, подожди, помогу. Мне приехали. Так ко мне уже приехали, я ничего не делаю. Сейчас здесь точку на контрнице сгонится. Класс. И я взял, поменял снайперку. Нормально, точку тоже так. Блин, за этим точку. А, ну, как я говорил, этот Ксена, он такой вообще непонятный. Нога прикрывайте. Типа я его еще каким-то образом застанил, вообще бред. Нужно я респаун. Вот. Где они там Саня, надо помочь. И на F точке там сидит один. Я Саня помогу, я респаун. Не, он там нога стоит, а тут машина стоит. Машину тоже. Скай, он прямо за стеночкой там. Ну вот, пока держим GH, стараемся. Трое. Я же говорил, он за стеной. Yes. Там трое человек, короче. Они своего были, короче. Машину кто-нибудь пригоните куда-нибудь сюда вот. Там, да, пятку. Сзади обходит. Сзади, ребят, по-моему, дело на мосту. Да, на мосту уже один. Оберщик на мосту. Или на мост, или на мост. Таган. Таган, он, милашка, он Таган, 85, беги сюда. Ага, он подо мной. Еще один тут на мосту, ребят. Над точкой H, на мосту прямо. Офигеть, что это было? ДМР. Ну, как я и говорил, этот Ксен такой странный. Там было все. Смотри, милашка, вот на эти штуки. Поднимайся там. Сейчас я респаун принесу, здорово, немножко. А, они уже вышли.
Бля, здесь ДМРщик. У меня ДМРщик, моя сторона, осторожно. Он так, на 85. Саня, осторожно, ДМР. Я один на Г, по-моему, поехал. А вон где они все? То, что значит против не читеров играть? Я тоже звездочка. Давай сами друг друга сольем одновременно. Давай, рядом. Там придет на маску, не знаю, чем будет слева. Да, да, это наш. Слева на лесах. Он упал. Один под мостом, под сломанным. Жесть просто. А, я его тут убил. У меня снайпер там что-то под тобой. Добей его. Вот так вот. А, там чужой, значит, был? Ну, где там, наверное. Где-то. Ну, кот у меня хороший. Не знаю, я не могу его достать. Он меня убил. Неплохо. Неплохо. Не знаю, у меня вообще... Слили одного. Ну, видишь, мы их троих сделали. Можем же, видишь? Тем более, по-моему, это клан на клан. Тебя... Ты видишь, тебя даже не было с нами. Чё, ты куда? Да. Алло, ну... Всё. Нет. Спать пошёл, что ли? Дейлоры, как? Чё-то аккаунт надоело раздавать. До свидания. Я еще не нет, всему клану. Давайте спокойно молча. Я сам не понимаю. Что это за офицер такой? Непонятный. Который спокойной ночи не там. Папка так не разговаривает. Кто тут, папа? Ремня дам. О, Господи. Ремня еще отцовского не получил. Конечно, да. Щей. Щей. Наше время это называлось щей. Так, а что, как это называется? Стандартный холод. Офицеры есть, люкеры, еще кто? Мембер. Ладно, хотел шуткануть, типа это. Надо... Field 7 member. Shadow 07 has been assigned rank member. Все, короче, рамки пока. Давай, пока. А чё за фигня? Чё твой патриот сильнее? Не понял. Потому что это... А? Потому что где госпатриот? Все его бегают. Типа оригинальное его название. Вон, смотри, смотри, смотри. Опа, опа, опа. Бегас. Навигаси. Как у нас тогда? Руслан. Навигаси. Фаербомба, да? Взял ты вверх. А я его чуть не взорвал, я так красиво сделал и ничего. Саня, стой, не катайся. Блин, один же на точке уже, что ты катаешься? Ой, нифига. Что это было?
Пусть у нас проблема, в этом районе парк играет, он точно какой-то. Подмогу, наверное, там, наверное, посылка у них две, надо смотреть. У них компьютеры, ребят. Да. У них компьютер здесь стоит, возле моей машины. Где? Внутри здания, вот первая точка здесь была. Вот здесь, стой назад, нет. Вот я поставил. Да? Там компьютер на лестнице стоит. Понятно. А машина там... Меня убили. Но он до сих пор там, да, компьютер стоит. Я поставил точку там. А, машину я взорвал. Вот она взорвала. Внутри никого нет. 85 у меня. Здесь двое, они... Они побежали к тебе там. Там еще стоит. Да, он теперь на выезде стоит. Как на заправку выезжать из машины, он прямо стоит на выезде. Прямо вы увидите, он даже стоит. Вот здесь он стоит. На выезде я стоит. Я не даю ничего делать. Забежал там за забор, Саня. Один, он побежал через второй этаж, что ли? Нет. Он на втором этаже. Он меня долбает. Я входит что-то там, да? Нет, да, да, он пытается выходить. Стабл Вен, блин. Блин, а меня изнутри убили почему-то. Он выбежал на улицу, и один стабл Вен. Один на улице, на углу здания. Он оббегает, он все время оббегает эти там. Один сейчас будет забирать, ребят, посылки на машине. Да, он забирает. Он заехал назад. Нет, палку взорвал. У меня закончились патроны. Все, забрали. Не, я взорвал, я убил его. Можете сюда подъезжать ко мне? Быстро. Не забрали? Не-не, вот посылка здесь валяется у меня. Рядом. Вот здесь я джип. Вот я стою. Видите? Там я ищет поставь там. Опять я его там полдом. Вот, видите, щит на дороге стоит. Вот уже один выходит на дорогу, убил. Еще. И вот щит вот зачем стоит. Ребят, вот. Даже здесь не очень захотят не довезли. Yes. Ну ты даешь прямо, ты нас радуешь каждый раз, смотри. Я. Дабл, возьми другое, наверное, оружие, может тебе пойдет для геморрой. Ну, я не знаю, мне вообще помогает. Так ты не с тем оружием. С таким надо. Ну, не с ОПГЛом же, слушай. У меня уже травма, очень здоров.